Но святое семейство, они бегут, они прячутся в Египте, живут там около 4 лет, и только после того, как умирает царь, они возвращаются. Мы знаем эту историю, да? Но возвращаются уже не сюда, в Вифлеем, а в родной для них Назарет. Поэтому Иисус вырос там, это столько лет, уже далеко, вообще другое место. Иисус вот родился в Вифлееме, но называют его Иисус Назарет. А вот череп символизирует убиенных младенцев, да, их живут. Правда, череп видите, со всеми зубами взрослого человека. Но это уже ошибка местного скульптора, мы его простим за это. Хотя, по идее, должен быть...